добра. То зубочки. А. Вся вам пациентка. Добре, и так видно, кто тут есть. Вон лоси, кабаны, ежики, разные птички, волки. Вот медведи есть, вот. Жубры, аисты, рыси, лисы, всякие зайончики. А медведи, все, пуще нема медведей. То недобже. Дитя, чекай, я хотел с той стороны. Каменчик, который я видел сдалека. Сейчас мы посмотрим, что за оно. Ага, тут написано. Добро, спиначка, то спиначка. Так, видишь, стянка спиночковая. Не хочешь полазить? Я бы тебе... Мне не надо лазать, бы у меня колени порвались. Ну, добро, то идем. А я-то мыслял, им же то какой-то памятник. Вон. Ну, я уже прочитал. Ну, я тогда сверху смотрел. Добро, нам чтобы как-то выбраться наверх. Ну, там есть трупа. Вот там. Добро, давай там. Мы уже... Как мы выйдем? Выйдем, Китя, успокойся. Я уже тут ходил. Давай тогда. Добро. Видишь, мосток. Алло? Привет. Як я про тебе подумала зранку, то ти і подзвонила одразу, чи тільки подумала. Зобач, то із гумна кого? Коні? О, то коні їздять. Ти знаєш, я була дуже зайнята. Так, зайнята в мене, я мала страшні справи хороші. Так що так. Все, дякувати Богу з вашими молитвами, все добре. Забрали. То нам коштувало дуже страшно сил і енергії всього на світі, бо ми перевозили її назавжди. Розумієш? Ну то добре, то добре. Ми перевозили. Вона ходить на ходіках, розумієш? Ходіки. От, і ми забрали її всі речі. Хоч вона там, вибач, ходить на ходіках, то вона ні, то не ходить про це. Да, с рады. И шубу свою взяла, и зимовый плащ взяла, разумеешь? Я лезу під дуже велику горку. Да, вот. Мы с Леней, як завжди гуляем. Мы зараз біля Вислы. Мы зараз біля Вислы. И вылезаем снизу до гори, но уже вылезли вправе. Дякую, Аллочка. Ну, Анечка въехала в Перемишль. І нам, ну ви, а? Та де? Вони всі виїхали назавжди, я плачу, бо страшно скучаю. Вони 5 августа, ну серпня поїхали. Я дуже плачу, дуже за Любочкою скучаю, ну ситуація. Вот так с моста тут сходишь. Або тільки добре було, ти права. Тут же не кшись. Так що отак от. Ні, та Варшава. Ми дуже з часом будемо переїжджати, плануємо. Ну, Варшава дуже гарна, дуже.
І мій чоловік, ми ж працювали як останні сволочі, вибачте на слові. Ну ні, я хочу посидіти на лавці. Ну, і ми так працювали, що ми нічого не бачили взагалі, а зараз ми пішли на пенсію. І Доня мені ходить скрізь. Ми біля лісу будемо, а вже будемо вертатися. Дякую, дякую. Ну, хочу сказати, що я вдома цілий час, ну, колись там ближайший час збираюся в місті. Ты говоришь, что телефон типа дашь, она же зазвонила, наверное, имеет телефон? Не, я украинский этот, на эту карту, она сказала, что она со мной сейчас бесплатно говорит, бесплатно. Почему? Идем на зеленый свет, пройдем. Не надо, не спешите. Потому что она почему-то имеет любовь, этот телефон. Придется подождать, тут даже нету перехода для человека. Вот подожди, вон едет. Хотя вон есть, повинны тут что-то нарисовывать долго. Мы не продумали, не продумали. Добро, нажимать не нужно, я думаю. Знаешь, что у тебя опять прыщик вот здесь выступает? Вот здесь. Болит? Да. Значит, немедленно, надо будет мазь начинать. Добро, ну я записываю. Уже болтать. Можно посылать его корреспондента? Котик, ты портишь мне фильм такими разговорами.
кстати, я тебе честно скажу, я, ну, добро, не хочу сейчас, ну, практически. Бляха, тут чекать на те. Бесполезная трата. О, где? Пленки. Как ты хочешь сказать, пленки. Тогда извратил, видишь, там 102 и 162 автобус. Ну просто вот так вот можно в следующий раз продолжить с этого пункта. Высесть тут и пойти по берегу Вислы.